Здравствуйте, друзья. Сашенька, поприветствуй наших зрителей. Привет. Привет. Значит, 7-летняя Саша недавно освоила, как ты называешь эти палочки? Chopsticks. Так по-английски называют. Ты поставь на стол, чтобы нам видно было. И мы будем демонстрировать сегодня, как Саша палочками возьмет... Что это? Ну, маленький чипсик такой. Так, давай. Оп. Давай. И съела. Ты скажи, а тебе нравится вообще азиатская кухня? Японская, китайская, тайская, да? А какие у тебя любимые блюда? Этот суп тут и... Мисо-суп, это вот это. Еще такой суши, который мы еще закажем тут. Которые тепленькими подают или которые... Тепленькие. Ну и все, а может быть ты какие-нибудь Калифорния роллс, нет? Ну, а ты не можешь суп, например, палочками? Нет, это было бы слишком странно. Некоторые девочки так делают из супа. Вообще-то, я видела, они вилкой из шоколадного молока пытаются что-то найти. Я не понял, в чем? В шоколадном молоке. И что, бывает, что-то найдут? Да, такую корочку чуть-чуть. Корочку? Не пенку, а вот именно корочку? Ну, я задумался, что бы это могло быть. А поскольку нам супчик принесли, да, давай пойдем на супчик. Сашенька, что у тебя здесь вот в этой сковородочке такой? В этой сковородочке соевые бобы. Ну, бабах, они горячие, что ли? Да, они горячие, они соленые и очень вкусные. То есть они уже там, посолены? Я знаю, но там есть по одной штучке, есть по две, а есть по три. Зернышки, угу. Которые там. Но кушаются только зернышки или стручок тоже можно скушать? Не, нельзя. То есть стручок обычно мы не едим? Да, никогда не едим. Начинают поступать другие блюда. Сашенька, давай, ты сегодня вот ведущая. Вот это грибы фаршированные. Мясом чего? Не знаю. Так, а вон та такая... Это такая котлетка, это апельсин, как все знают. А эти такие штучки не знаю. Так, Саша, вот это вот чудо. Это лосось, это так. Туна. Это жареная туна. Это теплый лосось. Теплый. Да, они подаются тепленькими. И тут эти две теплые, а все остальные холодные. Ну, ты вот из этого всего, например, что больше всего рекомендуешь? Вот это. А ты знаешь, вот эти маленькие штучки, это икра. Так, это понятно. Это рис. Понял. Ну что же. А да. Вот эту штуку надо сюда класть. Ну, мы можем показать, что мы с этим делаем. Значит, но во всяком случае, я считаю, что первое такое ознакомление с первым блюдом у нас произошло. Я правильно говорю? Первое блюдо. На всякий случай, друзья, если кто-то не сталкивался с сушами, я показываю, что вот эта горчичка зеленая кладется в чашечку. Наливается туда соевый соус, и после этого все вот так вот там размешивается, и в итоге то, что тут получится, мы в него будем обмакивать суши. Саша, пришли твои любимые суши. Как они называются, скажи? Они называются унаги. Унаги, это что? Это может быть моллюск какой-то? Нет, внизу рыб. Внизу рисик, на нем рыбка. А потом и там на рыбке зернышки маленькие. Так. И потом еще такое какое-то, по-моему, черное. Не просто полосочка. Из водорослей она делается, да. Она такая водоросль. Она... Удерживает все это вместе. И на рыбке соус такой какой-то. Соус. И рыбка, я хочу сказать, копченая. Ну, не соленая, не там еще какая-то. Да. Хорошо, все видно. Ну что, Саша, бон аппетит. Угу. Оп. Ну как? А ты не обмакиваешь суши в соевый соус? Нет. Потому что тут уже есть соус. Ну хорошо. Отлично. Приятного аппетита. Саша, вот это что? Как ты объяснишь назначение вот этого? Так. Это банан так. С шоколадом. А еще тут есть такой крем. Крем. Называется вип-крем. Вип-крем, да. И?
И все. Но вкусно реально. Он тепленький. Банан теплый, не уже не холодный. То есть ты не уверена? Ну, обычно он тепленьким таким бывает, подогретым немножко. Ну что, мы, наверное, пойдем уже, правда? Так мы все покушали. Да. И наша трапеза закончилась. Конфетку дают на прощание. Да. И это уже так, можно даже забрать домой. Все, счастливо.